Теремок ТВ. Чичиленде мы живем, времени теряй. Будем играть, изобретать. В гости приезжают в Чичиленде. Весело! В городе живут веселые и верные друзья. Вместе с нами играть так здорово. И в нашем городе мы ждем тебя. Чистый город. Привет! Так, это твоя работа. Нет, не поеду в такую помойку. Но ты должен закончить работу. Нет, нет! Как дела? Это все Бадди. Он опять капризничает. Да? Восточная сторона улицы очень грязная, поэтому Бадди не хочет там работать. Я не капризничаю. Там правда грязно? Давайте проверим. О, какая грязь! Это очень плохо. Привет, дедушка Стим. Хэппи, малыш, в чем дело? Дедушка Стим, машине не проехать по этой улице. Ну, раньше тут было оживленно, а сейчас никто не хочет сюда ехать. Здесь грязно, поэтому никто не хочет здесь быть. Наоборот, тут стало так грязно, потому что никого нет. И некому убирать. И будет чисто, если все вернутся обратно. Ну да. Понятно. Предоставь это мне. Я соберу ребят. Будет чисто. Хэппи! Хэппи, скажи, а зачем мы здесь? Вы должны помочь расчистить улицу. Ни за что! Тут слишком грязно. Да ладно вам! Я уже всех созвал. Подойди, малыш. Я здесь! И правда, ты Хэппи. Какие будут предложения? Хэппи, зачем ты нас сюда позвал? Танк Джуниор, ты приехал! Помоги нам! Помочь? А в чем? Чичи Сила, изменись! Эй! Кто отважен и силен, тот твой лучший друг. Зачем изменяться? Танк Джуниор, ты мне нужен! Но зачем? Пожалуйста, очисти улицу! Это интересно! Положись на меня! Ребята, давайте вместе! Ладно, ладно! Позвольте я... Полюбуйтесь! Надо же, как чисто! Раньше здесь никого не было. Да, раньше никто не хотел сюда ехать. Хэппи очистил улицу. Ого! Мне нравится эта улица!
Северное море. Я был на Южных островах. Я видел замерзшее море на севере. Ух ты, надо же! Северное море замерзло? Да, это кусок льда. О, мне хочется посмотреть. А? Не хочу туда, слишком холодно. Пойдем туда, Портер, скорее. Ладно, пошли. Отлично. Преображаемся. Чичи-сила, изменись. Поехали! Эй, постойте, не уезжайте! А мне дела нет. Замерзшее море, мы идем! Хэппи, а какое оно, замерзшее море? В воде плавает много льда, прямо как во фруктовом соке. А мне это больше напоминает небо. В любом случае, такого мы еще не видели. Здорово! Да. Скорее! Ладно. А? В чем дело, Литл Марин? Так, ну понимаешь, я провожал Хэппи и Портера. Провожал? А куда они уехали? Смотреть замерзшее Северное море. Замерзшее море? Ну надо же! А? Что? Я должен их догнать! Я не вижу ни одной льдины. Да, море не замерзло. Но так холодно, хочется спать. Мы идем уже давно, и ничего. Пойдем дальше. Ладно. А? Портер, впереди плавучая льдина. Портер, проснись. Что? Впереди плавучий лед! Стой! Да, скорее! Портер, нам надо спасаться! Где мы? На льду! Мы застряли! Мы здесь замерзнем! Нет! Нет! Портер! Хэппи, где вы? Сюда! Не бойтесь, мы вас спасем! Мы здесь! Как вы там? Мы замерзли! Не волнуйтесь, мы вытащим вас оттуда! Хэппи, Портер, вы целы? Да, и к счастью, вы здесь! Если бы Литл Марин нам не рассказал, вы бы торчали тут до весны! Мне здесь нравится! Простите, надо было вас остановить! Все нормально, мне понравилось! Да уж, вы рисковали остаться там навсегда! Вам повезло! Я так испугался! Не надо рисковать без причины! Большое спасибо! Да! Согласен, это верно! Пора домой! А летом снова поедем в Северное море! Опять? Ну что ж, мне пора домой. Ты должен усвоить этот урок. Да, мне пора. Но мы снова выйдем в море.